Здравствуйте. Я Тимофей Александрович Назаров, начальник исправительной колонии номер 23. У нас не колония, а Голливуд. Ну, не в том смысле, что мировые звезды сидят. Мы тут это, сами кино снимаем. Ребят подобрались. Талантливые, рукастые. Особенно те, кто за кражу сидит. Да у нас тут полное кинопроизводство. Даже призы свои есть. Правда, из хлебного мякиша, но... Зато ни у одного Ди Каприо такого нету. Камера «Мотор» с 4 марта в 8 вечера. Премьера на ТНТ.